Пушкинском городском суде состоялось заседание по делу о предумышленном убийстве. Обвиняемый житель Московской области Валерий Араушкин. После посиделок с коллегами по случаю дня рождения одного из сотрудников он оказался в гостях у сослуживца. Хозяин и гость поспорили. Когда я выбежала, муж падал. Он же без признаков жизни. Я подбежала к нему и начала спрашивать, что случилось. Я думала, он был как с рукой. Но он падал настолько... Естественно, что это был не удар рукой. Обвиняемый нанес своему коллеге несколько ударов ножом. Органами предварительного расследования и судом установлено, что 21 октября 2021 года у находящегося в состоянии алкогольного опьянения Араушкина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, возник преступный умысел на лишение жизни Дугушкина. Реализуя свой преступный умысел, Араушкин, имеющимся при себе ножом, нанес не менее двух ударов в область жизненно важных органов Дугушкина. В результате причиненных травм Дугушкин скончался на месте. Государственное обвинение по настоящему уголовному делу поддержано заместителем прокурора Московской области Паниным Сергеем Викторовичем. По словам обвиняемого, момент убийства он не помнил, так как был сильно пьян. Химкинский городской суд признал его виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.